Турнир по мини-футболу среди дворовых команд стартовал в Вологде. Состязание для юношей до 18 лет проходит уже второй год. И на этот раз собрало рекордное число команд. Первая встреча и жеребьевка прошли во дворце спорта «Юбилейный». Команды поприветствовал председатель ассоциации ТОС Вологды, один из организаторов турнира. Самое приятное, что в прошлом году было всего 12 команд, а в этом году уже 23. И участвуют дворовые команды не только города Вологды, но и присоединились дворовые команды Вологодского района. В этом году ассоциацией ТОС был выигран грант, поэтому мы готовимся, у нас будет и судейство, я думаю, что на более высоком уровне. На первой встрече с помощью жеребьевки определили порядок игр. Матчи будут идти до середины августа. В прошлом году сильнейшими стали футбольные команды Яшина, Вологда, Косарь, Титан. Именно им и предоставили право открыть турнир этого года. Кроме того, в новом сезоне для всех желающих будут проходить ежедневные силовые тренировки на стадионе «Политехник». А площадкой для основных игр станет стадион гимназии номер 2 на Первомайской, 30. Победителя по традиции ждет главный приз – кубок турнира Вологды по мини-футболу. Юлия Савинцева, Михаил Протасов, Вологда-Портал.